Недолго мы ждали, когда вся компания прибежит. Вот она. Вот они все. Айгушечка, иди сюда. Вот смотри. Мои вы маленькие. Все прибежали. Давно не виделись. Ну, раз. Ой, два. Печеньки же надо пораздавать. На, мамка, ушко. Не получилось. Айгушечка, на, маленькая, на. Вот так. Наконец-то все. Не забираю у мамки. Надо еще принести. Это прячется. Что, не дали тебе? Сейчас надо принести печеньку. Вон, как они все быстренько поразбегались. Сейчас еще принесу. Ну все. Все при деле. Айгушечка, ты хочешь еще? Да, маленькая? На, на. Ты у меня самая обиженная. О. С этими детьми, скажи, я не успеваю поесть. Типа убегали. А где еще один? То уже наелось, ушло. Далеко. Боже, сколько счастья. На. Ня. Все. Так, даю вам кошачью еду. Да. Посмотри, я айгуши все. Нате вам. Хватит уже печеньки. Кушайте. Надеюсь, вам хватит на сегодня. На ночь. Кто где? Ну, какое у нас семейство большое. Полюбуйтесь. Ну что, вода чистая, нет? Не очень. Что, Игушечка? Довольные? Наконец-то, да? Наедитесь. А стол кто повалил? А? Кто повалил стол? Да, уже балуется, видно, отдельная, которая. А эти еще не наелись. Кушайте, кушайте. Надеюсь, дадите нам поспать ночью. Да, вот это самая маленькая пришло. Мнялка. А эти такие крупненькие. Ну, такие ж красивые, пушистые. Чудные. Шкурки, хвостики. Такие хорошенькие. Молодец, Айгушечка. Никуда их через дорогу не повела. Все живенькие, здоровенькие. Кушайте. И никуда не уходите. Вон, машины туда-сюда ездят. Вот тут у нас прям дорога. В темноте вас не видно. Вот там машины шныряют туда-сюда. Постоянно. С другой стороны стройка. Где нам, скажи? Куда нам податься? Где нам спрятаться? Только у Олечки на балконе. Мои хорошие.
Ну что, наелись? Уже так, не спеша уже. Уже не сильно со скоростью едят. Спокойненько, скажи, уже все. Можно расслабиться. Уже не наелись, да? Но на всякий случай все надо загребсти наперед. Наесться до отвала. Ну что, поели, попили, успокоились уже. Теперь ставьте стул на место. Еще нет? Есть. Все, расслабон уже. Кто чем занимается? Вот наполовину лег на... Что? И ты тянешь лапки ко мне, мои хорошие. Этот лежит. О, сам с собой играет. Ой, какое пузико у нас красивое. Умывается. Как котик. Вот еще втроем доедает. И это же водичку пьет. Вот так вот. Каждый занят своим делом. Че замерли? Может, там кто-то идет еще? Где игрушка? Тут хорошенький такой. Балуется. Сегодня у нас потеплело. И дождя нет. Хорошо. Ни дождя, ни снега. Чему мы очень рады. Так, уже лёг. Уже все, отвалился. Лежа. Они любят лежа покушать. Так, ленивенько. Догрызать. Вы не забыли нам пальчик вверх поставить? Смотрите, какие мы хорошенькие. Айгушечка, ты хорошенькая? И детки твои хорошенькие. Приходите еще. Уже
понаедались в основном. Только не раньше завтрашнего вечера. На сегодня вам точно хватит на ночь. Всего вам хорошего. До следующих встреч.